Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протоиерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 16 главу послания апостола Павла к римлянам. Эта глава завершает собой послание к римлянам. Это заключительные слова, слова приветствия, слова последнего предостережения и последнего благословения апостола к той общине, к которой он обращается этим посланием. И начинается эта глава с того, что он дает рекомендательное письмо, рекомендации относительно женщины по имени Фива, и она была диакониссой. Что означает диакониса, нам трудно сегодня сказать. Вероятно, это было служение, подобное диаконскому служению. Оно чуть менее ответственно, чем служение апостолов, но тем не менее это люди, занимавшие очень важное место в христианских общинах. И в данном случае именно женщина, диакониса по имени Фива, становится надежным посланником апостола Павла. Именно ей он доверяет передать это послание адресату. «Представляю вам сестру нашу Фиву, диаконису церкви в Кенхреях. Примите ее в Господе, как и подобает святым, и помогите ей, в чем бы она ни нуждалась, так как и сама она многим помогла, и мне тоже». Эта женщина происходит из города Кенхреи, это восточный порт Коринфа, откуда апостол Павел отправлялся в свои плавания на восток. И оказывается, эта женщина выполняла особую функцию, она была покровительницей. Она помогала, но она не просто помогала, оказывая некое гостеприимство. Это женщина, которая помогала также иностранцам, лишенным юридических прав, защищать свои права и пользоваться благами. Слово «покровитель» очень часто использовалось тоже как почетный титул императоров. Это люди, которые тратят свои деньги на общественные нужды. Поэтому это не только дела благотворительности, но и покровительство в очень широком значении слова. Поэтому Фива играла ключевую роль в своей общине. И дальше следуют имена, к которым апостол Павел обращается словами «приветствую». «Приветствуйте Приска и Акилу, моих соработников во Христе Иисусе. Они рисковали своей головой за мою душу, и их благодарю не я один, но и все церкви из язычников». Приветствуйте также церковь в их доме. Приветствуйте моего возлюбленного Эпинета, он первый дар Христу в Асии. Приветствуйте Марию, она много потрудилась для вас. Приветствуйте Андроника и Юнию, моих сородичей, бывших вместе со мною в заключении. Они знамениты среди апостолов, а ко Христу обратились раньше меня. Но вот уже из тех имен, которые прозвучали, всего прозвучит более 24 имен. Многие из них не оставили никакого следа в истории. Мы не знаем, кто эти люди. Приска и Акила, вероятно, были муж и жена. Это были близкие друзья апостола Павла. Андроник и Юния тоже, вероятно, супружеская пара. Апостол Павел говорит, что они его сородичи, то есть они могли быть его родственниками, принадлежали тому же клану или народу, и вместе с ним они были в заключении. Он говорит о том, что они знамениты среди апостолов. В действительности это означает, что они являются апостолами. Не только 12 апостолов считались апостолами, но и все те, кому являлся воскресший Христос и кто затем себя посвятил этой миссии. И эти сородичи апостола Павла раньше него вышли на эту миссию. Христос явился им раньше, чем он явился апостолу Павлу. «Приветствуйте Амплиата, моего возлюбленного в Господе, приветствуйте Урбана, нашего соработника во Христе, Истахия, возлюбленного моего, приветствуйте Апеллеса, выдержавшего испытание во Христе, приветствуйте домашних Ариставула». Вероятно, Ариставул не был христианином, он был владельцем дома, где жили и где собирались христиане, и поэтому апостол Павел обращается и к нему со словами приветствия. «Приветствуйте Иродиона, сородича моего, приветствуйте домашних Наркиса, тех, которые в Господе,
Приветствуйте Трифену и Трифоса, потрудившихся в Господе. Приветствуйте возлюбленную Персиду, она много потрудилась в Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и мать его, которая и мне стала матерью». Вероятно, этот Руф был сыном Симона Киренейского, о котором говорится в Евангелии, и апостол Павел был очень близок к этой семье, поэтому он упоминает самого Руфа и его мать, которая для апостола тоже стала матерью. «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта и Ермия, Патрова, Ерма и тех братьев, которые с ними. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, Олимпана и всех святых, которые с ними. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы». Все эти имена дают нам представление о том, насколько многочисленна была римская община. Фактически мы здесь видим 5 общин, вокруг которых группируются римские христиане. Они названы по именам домовладельцев тех мест, где собирались христиане для своих собраний. Большинство этих имен нам ничего не говорит, но мы видим, насколько они разные. Здесь есть имена иудейские, есть имена греческие, римские. И мы видим, насколько эти люди разнятся в своем социальном статусе. Есть очень высокопоставленные люди. Например, среди упоминавшихся здесь есть человек, чье имя значится на некоторых надписях в Риме, и он там упоминается как главный казначей города, то есть глава Центробанка, что говорит о том, что в христианской общине были и рабы, и вольноотпущенные, и высокопоставленные чиновники, и всем им удавалось сохранять единство. Апостол Павел призывает их приветствовать друг друга святым целованием. И действительно, это целование было знаком того, что они все принадлежат одной семье. Главой этой семьи является Иисус Христос, и поэтому они по-настоящему друг другу являются братьями, и это целование лишь знак того, что они близки друг к другу, пребывают в единстве. И поскольку там, где единство, и там, где отношения становятся очень близкими, как между близкими родственниками, близкими друзьями, всегда возникают напряжение и опасность. Всегда возникают распри, конфликт интересов, где отношения становятся тесными, там становится тесно. И поэтому апостол Павел обращается со словами предостережения. Нужно быть очень деликатным и осмотрительным в отношениях друг с другом. «Призываю вас, братья, остерегайтесь тех, кто дает повод для разделений и падений, вопреки тому учению, которому вы научились. Держитесь от них подальше, ведь эти люди служат не Господу нашему Христу, но собственному чреву и обманывают сердца простодушных своими льстивыми и гладкими речами». Первая опасность, которая встречается между близкими людьми, это всегда влияние посторонних людей, которые в действительности являются как волки в овечьих шкурах, некие лжеучители. И очень часто лжеучители пользуются доверием людей, потому что учение, которое они приносят, очень часто воспринимается как нечто простое, доходчивое, очевидное, и поэтому легко люди подкупаются на эти лжеучения. И апостол Павел предостерегает. И один из критериев лжеучителей — они всегда служат сами себе, своему чреву. У них всегда есть корыстный интерес. Это то, с чего начиналась предыдущая глава. Апостол Павел призывает христиан служить общему делу не в корыстных интересах, а ради вящей славы Божией. «Весть о вашем послушании уже достигла всех, а потому я рад за вас и хочу только, чтобы вы были мудрыми на доброе, но простыми на злое». Внимательный читатель здесь, конечно, узнает намек на слова Христа о том, что нужно быть мудрыми, хитрыми, как змеи, и кроткими, как голуби. Мудрыми в том, что касается добрых дел, и очень осторожными, простыми и смиренными там, где приближается к нам зло. «Бог же мира сокрушит вскоре сатану под ноги ваши. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с вами». Все те имена, которые упоминает апостол Павел, относятся к людям, которые живут совершенно в другом городе. Апостол Павел еще не побывал к тому времени в Риме,
И, конечно, очень невелика вероятность того, что он был с ними знаком лично, но атмосфера этой главы доносит нам дух единства, и христианство было небольшой семьей, где все знали друг друга и были близки друг к другу, несмотря на расстояние, несмотря на то, что они, может быть, и не встречались в этой жизни, тем не менее они пребывали в таком удивительном единстве и чувстве любви. И завершается словами приветствия от имени Тимофея. Приветствует вас Тимофей, мой соработник, это близкий друг и помощник апостола Павла. И Луки, и Исон, и Сосипатр, сородичи мои. И дальше апостол Павел предоставляет возможность и писцу, которому он диктует свое послание, тоже приложить свою руку. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, записавший это послание. Приветствует вас Гай, оказавший гостеприимство мне и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казначей, о котором я говорил выше, и брат Квадр. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. И этими словами благословения и призывания божественной благодати воскресшего Христа на общину и на всех христиан апостол Павел заканчивает это послание, которое прежде всего адресовано самым простым христианам, не иерархам, не богословам, не людям ученым и искушенным в науках, но прежде всего каждому из нас, особенно к тем, кто ищет какого-то серьезного христианства и глубокой веры. На портале «Экзегет.ру» с вами был протоиерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга.